Че, братишка, куда хочешь? Да поближе. Ну, давай сюда поближе. Корягу, не надо. Был там у нас уже где-то на 98 раз копеечку. И дорос до 100 немножко, гад, блин, ну ладно. Остался Бобик, ёбарный бабай. Давай, 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 давай. Быстрее, Петрович уже, блин, он тару подготавливает, я стаканчики, блин, пузыречек туда-сюда. О, плавник показал, ёма. Братишка. Это не маленький, я смотрю, потом вроде как. Или маленький. Понятно, но очень интересно, да. А, блестит плавничок. Ну, трофей-то понятно, трофей. Таскал столько, ёма. Чё, засок там зацепился, что ли? Куда, бабло? Ого, стой, брат, стой, куда ты собрался? Нормально, нормально, пойдет, пойдет, да. Так, фрикционы. Он тягал, тягал, тягал меня. Фрикцион я посмотрел, был 2,9. Посмотрим, насколько он ее спалил. Ну, без клинов, ребят, не клинил вообще. Ну, не знаю, хочу я большую рыбу такую клинить. Раз в год попадается там. А кто это, мана, там вообще? Что-то какой-то морда темная, непонятно. Ты кто? Опа, на лопатку. Ух, братишка. Вот это. Ах, как у него плавничок блестит. Ай-яй-яй-яй-яй, красавец. Красавец, ё-моё. Псы как зубы, блин. У этого как у моржата такие зубки. Красавчик. Ёхарный бабай, красавчик. Такой вообще не маленький. Нифига не 50 килограмм. Петрович, все, бухаешь вообще. Петрович, молодец. Так. Петрович, только ты смотри, аккуратно, не бухай. Поехали. Есть у нас что бухать-то? Где венцо белое, как бы говорит, давал. Фу ты, шампанское, ёптанное, попасть. Вина хотел выпить. Ну ладно, за такого можно и шампусь отметить, блин. А где вино? Вот ты, а? А что надо, надо. А чё, вино белое, не ж дарили. Всё, не лезет? Газы, газы, короче, блин. Ладно, полежи, братишка, пока. А, вот дванул-то, а, Петрович, блин, потом по шампанскому уже дерябну, бага. Гадка. Хороший кто такой. Петрович пока еще видит нормально. Дай-ка сюда поближе подойди. Ой. Сейчас подождем, венца еще беленький. Дерябну.
куда ты? Куда собрался? Не-не-не-не-не-не. Все, Петрович задвоилось в глазах уже. Не лезет. Сейчас еще, сейчас бан. Кстати, что тоже не сажается. Будет топ-контент тогда, но Петрович жрал, пока хотел там. Добрался, короче. Чай, кофе надоел. Сейчас, говорит, пока не повалюсь тут нафиг. Блин, Петрович, еще шампанского-то напузырился тоже. Так. Дайте, братишка, ток не выйди, пожалуйста. Ток не выйди. А? И еще одну, давай сразу же. Нет. Так, ну все, наверное, еще стаканчика. 2, 3, 5, это нормально. Так, Петрович, и троица, и двоица, и по-всякому. Хватит бухать или еще бухать? Ну, так на кулатке не любим, а надо. Надо еще, наверное, я буду. О, вообще на лопатку положу. Нормально, надел. Я еще стакашу. Не помню, сколько я дерябнул, короче, потом посчитаю. Петрович, бухать больше, чем я. Ё-моё, я все. Палку. Йогарный бабай. Йогарный бабай. Вот это дал. Вот это Петрович отжег. Я, блин. Вот это красава. Красава вообще по красоте. Ё-моё, вот это да. Красавчик. Друзья, залетел. Ай-яй-яй, залетел. Так, скоро мы линка догоним, ага. По редким, да. Ё-моё, вот это да. Охренеть можно. Мутантик такой маленький. Как бы тебе, блин, вот это да. Так. Бум-бурум-бурум-бум-бум. Сейчас еще
со скрини. Это жесть. Это жесть. Редкий трофей. История поимок. Сейчас я вам отпущу, а мне делать нечего. Блин, жесть. Редкий трофей, который уже не раз попадался на клюв. А чей трофей это был? Если отпустить эту рыбу, она продолжит расти. Уверены, что хотите положить эту рыбу в саду? Конечно, а куда я ее буду? Сейчас я. Ай-яй-яй. Так, ладно, что, на этом мы закончим. Потом тебе вытащить там, что там явно какая-то мелочь. Короче, ребят, я рад безумно просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Всем спасибо за лукосики, за дизлосики, короче. И удачки, и удачки. Таких же синих, да еще побольше. До встречи.